Отлично, слился. Тяните время, чтоб я затащил. Давай, запрыгивай, запрыгивай. Ну, ты сможешь. Отлично. Бежит, 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 из цепишка, нет. Есть, представляете, в последний момент выжили. Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы с подписчиками играем в Roblox, режим скорее элеватора. Давно не играл этот режим и решил сегодня записать, потому что добавили очень много классных этажей. Поэтому, если тебе кушать вероятно аппетита, а мы начинаем выживать скорее элеватор. Погнали! Ну что, забегаем. Вокруг меня вот это бегают все подписчики, поэтому, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Я думал, уже Фредди. А ты и есть Фредди пришел убивать? Ай-яй-яй, я хотел монетки пособирать. Так, Фредди-убийца начинает всех мочить, да? А, ну все, конец. Где у нас тут Амокус? Прикольно сделано. Подожди, я не могу выйти, что ли? А, не могу. Монеточки. Ха-ха, класс! Офигеть. Отлично, ребятушки. Мы в теме. Сюда-ся. Никто сюда не добегал, один я зашел. Поворовал монетки. Ладно, в этот раз мы не затащили, потому что было неожиданно. Но сейчас мы будем играть очень-очень четко. Так, все идет очень классно. Все стабильненько. Лор Лайер. Ты не сможешь выжить. Ну, давайте проверим, сможем или нет. Это за карта у нас? А, это там где-то эта психичка вроде бы должна выбежать. Так, надо, наверное, ускоритель себе будет взять как-то. Уже не помню, смогу я его добавить или нет. Так, монетку пропустили. Постоим здесь. А вдруг не сможет никак сюда попасть? Отличное место, ребята. Другого выхода нет, только так можно затащить. Других вариантов вообще не вижу. Так, 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 так. Я слышу, как они там мочат всех пацанов. Так, это очень... Слышно, как там пацаны умирают. Нас тут трое зашкерилось. Отлично, отлично. Пойдет. О, музычка с Undertale. Мне это нравится. Вот это у нас тут движ. Очень много людей. Помню, первое время Roblox вообще поиграл вроде по 8 человек только можно было. Все больше и больше. Сейчас уже вроде 100, даже если 120. Ну что, давайте. Что у нас сейчас будет? О, картонка, да вообще жир. Сегодня у нас вообще классные этажи. Только ничего не видно. Ой, я вспомнил, мне туда и не надо, кстати. Мне надо сюда. Вот это оно мочит там всех. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, попал под горячую руку. Ну ничего, давайте еще раз зайдем. Прикольно же. Ой-ой-ой, он там гасит всех. Так, я добрый, я добрый. Отлично. Может, я успею монетки пособирать еще? Ого, у него здесь. Офигеть. А, я в огонь. Это портал, что ли? Да ладно, я так и не понял, куда телепортировался. Ого, тут все описано прям красным. О, музыка такая, как в церкви. Так, что неделю, что такое будет сейчас такая музыка? Или это за той картой еще музыка играла? Наложилась, короче. Lord Rex. Ну-ка, что у нас там будет? Погнали. Ого, чувак висит здесь. Его сейчас поезд собьет, да? От первого лица сделал. Нет, от первого не видно. Ой. Ну, когда там была анимация такая непонятная. Ребята, монетки собирать же сразу. Так, наверное, оттуда будет идти сейчас. Давайте сюда лучше. Ой, такой ту монет прям добавили. Круто. Офигеть, такая атмосфера. Ой. Там кого-то убивают, да? И меня хотят убить. Даже жизни, да, отняли? Так, я вспомнил, мне надо сюда. Там чикает всех. Бежим, бежим. Пацаны, лучше не идите туда. Там убийца идет. Ого, что это за у нас за свинтус? Может, меня не убьет? Я слышу, как он там чикает всех. Короче, сейчас так он зайдет в какую-то сторону, я буду сразу уходить. Отлично! Отлично, ребята, мы выжили. Это хороший знак. Так, интересно, что сейчас будет за этаж?
Давайте Слендера или Спанч Боба. Так, и кто у нас? Ой, Пеннивайз, вообще жир. Так, 35 секунд, он сейчас будет бегать на по лифту и мочить нас. Воу. Так, убил, да ладно. Я попал просто под горячую руку. Давайте сразу зайдем, посмотрим, что у нас там внизу. Может, успеем монетки пособирать. Да, неожиданно он напал на меня. На крысу, как говорится. У нас получается, у нас канализация. Монетка. Отлично. Ого, моя головой можно в футбол играть. Давайте еще разочек. А, все. Ладно, не так уж что много людей выжило, но выжили. Звуковое сопровождение очень крутое на этой карте. Так, что у нас сейчас будет? Ну-ка, может быть, Бенди. Кейк Монстр. О, так уже было этот этаж. Наверное, что-то из новых. Тут уже рандом. А, чувак помнит, да, эту нычку? Если уберем, то все вместе, да? Так, я вижу в щелочку в шкафу. Там бегают пацаны. Зря ты выбежал, зря, чувак, ты выбежал. Чикает. Пытается выжить, кто-то там вообще залез на стену, держит за руками. Сашок. Прикольно. Все хорошо? Отлично. Пойдет, ребятушки. Ну все. Затащили. Хорошая нычка. Кто будет играть этот режим, узнать теперь нычку на этом этаже. За шкафом. Так, да, больше нельзя запрыгнуть. Может, на кнопки можно еще запрыгнуть? Вот это навряд ли. Они это... А, не, вот можно. Вот это у меня нычечка. Отлично. Отлично, так и будем сидеть. Офигеть. Интересно, посмотрим, зайдет он в лифт или нет, убивает. Висим. Куёко пытается запрыгнуть, не получается. Когда только избранный может запрыгнуть. Блин, классно, если бы он бы всех убил, а я бы один остался живой. Было бы эпично. Висим, ждем. Еще секунд 5. Такая музычка играет прям бодренько вообще. Рок такой. А, там все подряд играет. Ну что, выжил всего лишь 4 человека. В принципе, чуть ли не сбылось мое пророчество. Так, кто у нас сейчас будет? Полорг Амонг. Что, Амонгас будет? Амогус? Арвестер. Кто такой вообще? Ой. Блин, на кнопках все-таки можно выжить было. Заходим. Он тут дальше всех гасит, и меня опять загасит. Что ты за челепиздри, хоть не могу посмотреть, в каком-то черном плаще вонючем. Слышь, отвали, ты че трогаешь наших челепиздриков? Вон, кто-то залез все-таки, смог. Так, Сашок вообще, я вижу, лазит во всех сериях по стенкам. Так, ну что, сколько людей выжило? Ноль? Или кто-то выжил? Никто. Нет выживших, представляете? Отлично, самый первый, забегаю монетки сразу. О, SCP-шечка. Вообще круто. В эту серию самые хайповые темы попали. Вообще класс. Вижу SCP-шку, бежит. Ребятушки, лучше вы оттуда бы делали ноги. Сейчас на шкаф будем как-то запрыгивать каким-то образом. Отлично. На дурака, а вдруг повезет? Так, я вижу, как чувак убегает. Отлично, слился. Тяните время, чтоб я затащил. Давай, запрыгивай. Ну, ты сможешь. Отлично. Бежит из цепишка, нет! Есть! Представляете, в последний момент выжили. Так бы прыгнул, и мы проиграли бы все. Так, ну что, кто у нас сейчас будет? Полорхивачес.
Ну-ка. Слендер. Отлично. Слендера мы любим. Наверху поставим. Если что, успею сбежать каким-то образом. Не знаю, каким. Вот Слендер идет. Отлично, будем так стоять. Он топчется на мне. Ребята, ну что, как всегда, мы находим какую-то изъяминку в этих NPC. Вовремя просто под палатку залез. Если бы я начал бы бежать, он бы меня убил. А так он теперь стоит, просто топчется, ничего не может мне сделать. Мы сможем его так рассмотреть? Да, вон он стоит. Ха-ха-ха! Слендер! Ты мне ничего не можешь сделать. Димас хорош, пишет. Да. Отлично, отлично. Ну что? Давай. Сливайся, щенок. 3, 2, 1, 0. Мы затащили. Ладно. Со временем не угадал немножечко, но ничего. Отлично, отлично. Ребята, вообще тащим по красоте. Получается, я спас очень много людей. Сейчас, которые будут никнеймы, я этих людей спас. Вот так даже, можно сказать. Полор офис. Ого, сразу мечи достают. О, аниматроники. Закрывайте двери. Так, давайте сюда побежим, пока он там будет мочить всех. Надо ключ. Блин, хоть бы сюда не пришел. Он завился. Так, пацан, он что-то заглючился там, и мы стоим. Отлично. Пошел, Фредька. Выдвигаемся. Резко проигрываем. Ну, а что ж еще делать? Конечно. Побежали быстрее. Я еще хочу на этого Фредди вонючего посмотреть. Ах ты, тварь. Ух ты. Слышь, придурок, испугал меня. Знаете, как говорится, в конце кинул мне скример, на всякий случай. Так, что у нас сейчас будет? Быстрее. Полордоман. Так. Кто это у нас? Гость 666. Что-то интересное. Монеточка. Надо быть самым первым, чтоб монетки эти крутые все собирать. Да, мы сейчас лучше сольемся, я так понимаю. Да. Я умираю. Прощайте. От подлеца. Первый побежал, и первый же и слился. Ой, еще один умер. Мы сейчас все умрем еще раз. О, отлично. Отлично. Будем вот так вот пока, что. Висеть. Слышу, как он стреляет. Такая музыка прям эпичная играет. Так, он здесь. Или нет его? А, блин, чувак скинул меня. Вот он. Есть. Мы проиграли. Это было прикольно. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. На всем отличного настроения. Посмотрим ролики. Еще.